беззащитен перед силой стихии. Он не знает о том, как обманчивы призраки ночи. Враг таится внутри. Страх нельзя застрелить. Он живет в каждой мысли о том, что мы не бессмертны. 24 января. Майкл Дуглас и Вэл Килмер в новом голливудском триллере «Призрак и тьма». Что можно пожелать хорошему человеку? Здоровья, еще раз здоровья и долгих лет жизни. Но если ваш друг из Санкт-Петербурга в штате Флорида обнаружил, что люди бессмертны, пожелайте ему не скучать. А вы хотите узнать, где достать эликсир вечной жизни? 25 января на Первом канале. Смотрите «Кокон». В прошлом, будущем и настоящем добро побеждает коварное зло, и эта борьба идет на земле повсеместно. Пусть стрела Робин Гуда летит сквозь года и укажет дорогу к победе, и отважные братья расскажут о новых подвигах славным потомкам. Смотрите на Первом канале «Легендарный лесной воин и его команда» в сериале «Новые приключения Робин Гуда». Программа ОРТ в субботу, 24 января, 8 часов. Вооружен и очень опасен. Конец прошлого века. На Диком Западе разыгралась эпидемия золотой лихорадки. Габриэль Конрой, простой американский парень, неожиданно открывает месторождение нефти. Приключенческий фильм по мотивам рассказов Бретта Гарта. 9.40, лотто миллион. 9.45, слово пастыря, митрополит Кирилл. 10.00, новости. 10.10, домашняя библиотека. 10.30, музыкальная почта. 11.10, юмористический журнал «Каламбур». 11.45, смак. 12.05, возвращение Третьяковки, история одного шедевра. 12.30, умники и умницы. Этой пятой по счету встречи заканчивается четвертьфинал. Тема рождения США. В знаниях соревнуются старшеклассники из России и ближнего зарубежья. Гуманитарная олимпиада. 13.20 с верой, надеждой и любовью. Рождественский концерт с участием Людмилы Гурченко, Вахтанга Кикабидзе, Иосифа Кобзона и других популярных артистов. 15 часов новости. 15.20 триумф. 15.50 сказка о мертвой царевне и о семи богатырях, мультфильм. 16.25 в мире животных. Биолог Ольга Огнева расскажет об экзотических животных-палочниках. Дрессировщики Яровые представят медвежью программу в цирке на проспекте Вернадского. 17.05. Как это было? Дело валютчиков. 17.50. Новости. 18.10. Чердачок Фрутис. В детстве она была склонна поплакать, мяукала и хихикала на уроках, била соседку по парте линейкой, поглощала пирожные и стреляла солью из чердака по соседям. Словом, ребенком была покладистым. В гостях у виртуальных братьев Арина Шарапова. 18.40. Прогноз погоды. 18.50. Спрут 3. Третья серия. 20.10. Джентльмен-шоу. 20.45. Спокойной ночи, малыши. Хрюша и Степашка приглашают ребят на клоун-церт, то есть концерт клоунов Московского театра Терезы Дуровой. 21 час. Время. 21.50. Прогноз погоды. 21.55. Призрак и тьма. Много тайн и суеверий скрывает жаркая Африка. Она притягивает европейца и пугает. Здесь свои законы жизни и смерти. Местные племена не станут на сторону белого, если он нарушил негласный кодекс отношений с окружающим миром. Приключения лондонского инженера. Фильм с Майклом Дугласом. 96-й год. 0 часов, хоккей, Евролига, полуфинал. Встречаются «Динамо Москва», «Торпедо Ярославль», передача из Австрии. В перерыве в 0.45 футбол, дневник Кубка чемпионов стран Содружества. Час 45, врубай на всю катушку.
Природа хочет, чтобы дети были детьми до того, как станут взрослыми, но есть опасность опеку превратить в узурпацию. Молодежь желает слушать ту музыку, которая нравится им, дружить с теми, кто для них интересен. Один из лучших фильмов о проблемах молодого поколения. США, 90-й год. Такие передачи и фильмы предлагает вашему вниманию ОРТ в субботу, 24 января.